На лапу не дает принципиально. Третий курсник Валентин пятерки и четверки получает не за презенты. Надо своими знаниями получать. Зачем получать диплом тем, что давать взятки или оплачивать подарки, дарить? То есть никогда ничего? Конечно, ничего. Смотрите мои честные глаза. Честные глаза и чистые помыслы. Вот что еще отличает белофартучных. Присоединиться к ним смогли все желающие. Водители с удовольствием клеили на стекло стикеры «Взяток не беру, взяток не даю». Призвать к честности нечистых на руку чиновников и прочих взяточников задача нелегкая, но посильная, считает орловская молодежь. В акции приняли участие активисты движения «Наши» и «Все дома». Последние набили муляжными банкнотами карманы и объявили минуту молчания в память об утерянной честности. 150 миллионов евро, долларов и рублей отправились на ветер. Деньги не являются платежным средством, так что правоохранительные органы претензий к нам не будут иметь. После чего прохожим раздали по фальшивой банкноте с пожеланиями коррупционной независимости. Есть конкретные личности коррупционеры? Есть конкретные. Многие снимают, многие делают, многие федеральные молодежные проекты. Собственно, вот знаешь, предвкушаю, когда мой препод, который когда-то взял у меня взятку, зайдет на этот сайт, посмотрит, есть его там фотографии или нет. На запах денег прибежали даже собаки. Шикарно! Такие акции пройдут по всей России и завершатся 16 апреля в Москве, где соберутся 50 тысяч молодых людей в белых фартуках. Символ чистоты и взяточной непорочности. Из Орла отправится 2000 человек. Каждый привезет с собой видеоролик. Каждый из участников акции привезет с собой факт правонарушения. Факт нарушения закона, ну, снятый на видео. И в Орле у нас тоже проводится съемка таких вот видеороликов. Много у вас уже таких видеороликов? Сколько вы повезете в Москву? Движение «Наше» именно повезет около 600 роликов в Москву. На сайте «Белых фартуков» будут выложены все видеосвидетельства фактов коррупции, опубликованная информация о людях и организациях в каждом городе с непонятными доходами и нецелевыми расходами. Каждое из поступивших на сайт обращений будет проверено юристами на предмет законности, после чего они станут запросами в прокуратуру. На сайте «Белых фартуков» не только разоблачающие ролики, но и интересные подходы к самому взяточничеству. Так, к примеру, участники проекта придумали «Секс против коррупции». Календарь с такими лозунгами, как «Не выйду замуж за коррупционера», «Даю взяточнику по морде» и «Раскручусь без взяток» уже приобрел популярность. За людьми в белых фартуках считают организаторы акции «Светлое будущее». Они надеются, что именно им удастся справиться с проблемой, которую никто не смог разрешить на протяжении тысячелетий. Ирина Оу, Константин Саушкин, Алексей Нескин, Вести Орел.